Здравствуйте, с вами Fashion TV и я Лана Турок. Mercedes-Benz Fashion Week Russia продолжается, и дизайнерам удается день за днем заинтриговать искушенного зрителя. Давайте посмотрим, что нас ждет сегодня. Показ прошел отлично, и действительно модели, одежды очень красивые, такие девчачьи, в фэшн-стиле, то есть есть определенная концепция у дизайнера, сделать образ более таким девичьим, мне это очень понравилось. Очень все красиво, очень интересно. А почему вот только такие стандартные цвета? Красный, черный, белый. Наша тема заявлена, это образ black tie. Black tie – это дресс-код в одежде, которому люди, ну, девушки должны придерживаться. И мы дали тему от нас, как бы от нас black tie, такой стиль. Дали возможность своей фантазии. Вообще это дресс-код black tie, да. И мы хотели вот сделать это все стильно, минималистично и в меру декоративно. В общем, сделать это изысканно. И еще мы хотели добиться определенной уникальности, потому что в этом стиле, вот в этом лазерных вот этих технологиях никто не работает в мире, по крайней мере, мы не видели. Сегодня я даже понятия не имею, что ждать от Оксаны Федоровой. Она непредсказуемая, как показывает жизнь. И в то же время, я думаю, что это будет очень изысканно. Это будет с большим вкусом, однозначно. Это будет носибельно, естественно. Коллекция построена в данный момент, очередная наша коллекция построена на противоречиях, и образ, наверное, женщины, которая носит эту одежду, женщина-охотница, которая знает, чего она хочет, и которая видит цель, и знает, как ее достичь. И вообще попыталась соединить дикую природу саванны с урбанистическим стилем мегаполиса, где мы видим такую же охоту, как и на природе, каждый день. И мне захотелось показать, что на фоне вот таких серых будней мегаполиса можно проявить свою индивидуальность. Есть некоторые вещи из искусственного меха, с уважением к природе, год экологии у нас этот. Вот. И есть некоторые вещи, поскольку зимняя коллекция, и нужно было показать такой нерв в коллекции, мы несколько вещей сделали красного цвета. А
Оксана, как всегда, молодец. Очень такие ощущения, знаете, приятные, теплые, комфортные. Одежда абсолютно носибельная. Ее легко сочетать с любым повседневным стилем, офисным стилем. Хоть в лес по грибы в этом пуховичке с капюшоном. Коллекция прекрасна. Smart casual. Все носибельное очень. Отметила для себя несколько изделий, несколько моделей, которые с удовольствием одену осенью, зимой. Думаю, что коллекция будет работать. Главный посыл и главная идея коллекции в том, что у девушки есть возможность определиться, кто она, хищник или жертва. Я думаю, что задумка здесь как раз в том, чтобы завуалировать и дать возможность девушке выбрать. Вот она в сером, и непонятно, кто она, хищница она, жертва она. Она может быть сначала жертва, потом хищницей, а потом наоборот. Это есть в этом некоторая такая и интрига, и загадка. И вот эти цвета, они помогают девушке так проявить себя больше. Приятно удивлен, потому что очень хорошие вещи. Вот, не удалось их пощупать, но с виду они кажутся качественными. То есть можно сразу купить и пойти в гости. Вот, и ну, добротные вещи. То есть вы хотели бы видеть женщину с собой в такой одежде? Ну, в общем-то, да. Но мне там, сразу скажу честно, там моделей было много, где-то около 50-60, если не ошибаюсь, может даже больше. Но мне вот 10 точно понравилось. Какого вы стиля придерживаетесь в своем гардеробе? Вы знаете, для меня это либо такой совсем абсолютный casual, где-то в чем-то бохо, либо это, наверное, авангард а-ля Хазьера Керман, Рик Оуэнс и ну, вот какие-то такие вещи. А как вы думаете, какие цвета будут модные в новом сезоне осени? Мне кажется, что черный всегда актуален. Как бы это банально ни звучало. А вы что-то придумали свое интересное такое черное? Откройте небольшой секрет для публики. Как обычно, я не могу сказать, что это что-то новое, но это всегда классическое черное платье, футляр. Просто с какими-то новыми деталями, всегда актуальное. Я пришла к Бессо. Мы недавно познакомились, я новый друг. Вот, поэтому я думаю, что вещи из его коллекции еще появятся у меня в гардеробе. Но один раз я уже выступала в его наряде на беспринципных чтениях. И наряд мне помог проникнуться духом. Первую часть сегодняшнего дня закрыли показы Оксаны Федоровой и портной Бессо. Вы смотрели дневники Mercedes-Benz Fashion Week. С вами была Лана Турок. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love Fashion TV.